Ваши родные обожают пельмени, но вы не любите их лепить, потому что это долго и утомительно. Прямо сейчас мой друг, замечательный кулинар Самвел Эдамян решит эту проблему. Два блюда узбекской кухни украсят ваш стол и порадуют вкусом и вас, и ваших близких. Здравствуй, Самвел. Привет, Надя. Какой же ты! Наверное, пельмени наелся. Да, сейчас я сделаю такие пельмени, Надя, которые не надо долго лепить. Я делаю один большой пельмень. Этот пельмень узбекский. То есть меня научила одна семья узбеков, я у них жил, но я потом тебе расскажу. И такой здоровый-здоровый пельмень. Ты его раз приготовишь и будешь есть 3 дня и радоваться. Ну, это звучит как фантастика. Особенно для тех, кто понимает, холодное время года, вот зимой, поздней осенью, так хочется чего-то сытного. Эти блюда мы еще называем согревающими. Поели и чувствуем себя уютно, способными пережить любые холода. В этом смысле пельмени идеальное семейное блюдо. Но то, что лепить их долго, с этим согласится каждый. Вот посмотри, и наши гости. Да, кивают согласно головами. Поэтому приходится обходиться без пельменей. Беда. Но если ты говоришь, что есть большой пельмень, этот пельмень я назвал ленивым. Потому что я, честно сказать, я ленивый. Вот это лепиться, ювелирная работа, я терпеть не могу. У меня вот здоровый пельмень сделать. Но это не то, что я придумал блюдо. Это такое есть узбекское блюдо национальное. А ведь будет еще одно блюдо. В чем его преимущество? А еще я покажу нежирные диетические розочки к праздничному столу. Они из курицы и сезонных продуктов. Это такие тоже как пельмени, но не пельмени. Это делается именно для праздника. Они называются гуль-ханум. Гуль в переводе это значит цветок. Угу. Если бы я сказал гуль-надя, это значит тут цветок Надя. То есть гульчата это тоже какой-то цветок был. Давай поскорее приступать. Мы с каких пельменей? Самых больших или самых красивых начнем? Мы сначала приготовим с тобой тесто и для красивых, и для больших. О, еще один плюс. Одно тесто, два блюда. Нам надо взять с тобой такую великую миску. Тут я отмерил водички 150 миллилитров. Водичку нам нужно с тобой подсолить, потому что некоторые там вот когда тесто делают в муку так это самое, оно потом не размешивается. Нам нужна, чтобы соленая была именно вода. Угу. И тогда тесто будет равномерно просолено. Мы перемешиваем, как на химии в школе. Терпеть не мог ту химию. Так, пусть она растворяется. Тут я отмерил 2 стакана муки. Это 360 грамм муки. Бультых туда. Теперь делаем такое углубление, дырочку. В дырочку засовываем одно яйцо. Раз. Вбиваем. Да, туда. И теперь нам надо тонкой струйкой вливать вот эту водичку, которая уже посолена. Откуда блюда узбекской кухни у армянина взялись? Ой, Надя, у меня такая биография громадная. О, да. Я уехал из дома, мне было еще не полных 16 лет, я уехал в Москву. И вот когда я приехал, я очутился, можно сказать, на улице. То есть у меня не было ни жилья, ни денег. Я пошел на киевский рынок, там есть в Москве такой. И там, значит, работали узбеки, таджики, армяне, грузины. И я ходил, попросился к узбекам на работу. И они меня взяли доставать из такого рефрижератора большого помидора. Они торговали помидорами, огурцами. Я, значит, к ним устроился, а жил еще в отстойниках. Там есть такие поезда, в отстойник уходят. И ты живешь в купейном или плацкартном вагоне, там человек 17, друг на друге, вот там спали. И потом эти узбеки меня спросили, а где ты живешь, Самвел? А я говорю, да я живу, говорю, в отстойниках на вокзале. Они говорят, о, там жалко стало, она с мужем женщина поговорила, говорю, давай возьмем его к себе. И вот эти узбеки меня взяли к себе домой. И она, вот эта женщина, готовила разные национальные блюда. Она следила за фигурой, она тоже такая стройненькая была, конечно, ты еще стройней. И она для себя готовила розочки, а для мужика и 3 детей она готовила вот этот большой пельмень. Огромадный. И я вот там попробовал. Вообще, я на самом деле со многими нациями дружил. У меня до сих пор даже люди пишут там в соцсетях. Вот эти вот узбеки, татары, таджики, чеченцы пишут. И я, можно сказать, со всей вот этой кухней знаком. И она мне нравится. Я так понимаю, что эти блюда, кроме формы, будут отличаться еще и начинкой прежде всего, да? Да, начинка одна у нас будет свиноговяжий фарш с луком. А вторая начинка будет тыква с курицей. О, это розочки с такой начинкой будут? Да, это будут розочки. Теперь я понимаю, почему. Та узбечка готовила эти розочки для себя. У нас получилось вот такое тесто, мягкое-мягкое тесто. Нам надо его разделить на 2 части. Одна часть у нас останется для розочек, одна для вот этого большого ленивого пельменя. Так, нам надо нож. А вот пожалуйста. Чмяк его пополам. И мы теперь каждый кусочек заворачиваем в пищевую пленку, убираем в холодильник буквально на 15-20 минут. Чтобы выделилась клейковина, из муки соединилась с жидкостью, и все это заработало, и тесто станет более эластичным, податливым. Все, у нас вот 2 таких шарика, мы их убираем в холодильник. Мы будем готовить теперь с тобой для большого пельменя начинку. Здесь 250 грамм говяжьего фарша и 250 свиного. Оно так будет сочнее и жирнее. Да. И туда нам нужно порезать луковицу. Но луковицу необычно,
знаю, как мелко там привыкли. А вот эта женщина, она делала вот так. Она вот раз, два, три, четыре. Вот такими большими кусками лук. И мы все это с тобой смешаем. Берем мисочку, туда фарш, туда этот лук, сухой базилик, это кумин и соль. Надя, посоли, пожалуйста, мне. Прошу. И вымешиваем. Кумин – это, кстати, узбекская приправа такая популярная, они ее используют везде практически. Угу. Если вдруг фарш суховат у кого-то, то можно не бояться, вот как в обычные пельмени делают дома, можно немножко водички туда ледяной добавить, да. И тогда будет сочный, чтоб не сухое было. Так, одна начинка у нас с тобой готова, а теперь мы сделаем вторую для гульханума. Так, Надя, попрошу тебя сделать тыкву, порезать мелкими кусочками тыкву. Кубиком, да? Ну да, вот, тыква, она пустит сок, и курица станет такая сочная, сочная и ароматная. И придаст сладости, кстати. Угу. А я порежу вот куриное филе тоже мелким кубиком. Ой, как я рада, что у нас разные начинки. Это да. Очень здорово. И разнообразно. И, допустим, с тыквой это вообще супер полезная начинка получается. А какое вот соотношение мяса и тыквы, как ты думаешь? Ну, в принципе, один к одному. Угу. Можно даже больше тыквы делать. Кому как нравится, да? И тоже, что интересно, что используют не фарш, пропущенный через мясорубку, как традиционно, да, для пельменей? Да, режут. А вот такой рубленый. Ну, расскажи о твоем общении с людьми. Ну, знаешь, вот как открываются люди, их традиции, что, может быть, тебя удивило? Вот это самое интересное. Да. Когда вот люди едут куда-то на курорт и хотят что-то увидеть, какие-то туристические объекты. Мне, наоборот, хочется вот узнать культуру людей, как они живут. Но меня почему-то учат плохим словам сразу. Вот это первым такое делом... Такое ты впечатление произвел. Не знаю, может, такое впечатление. А чувствуешь, что тебе нужно для того, чтобы выразить мысль? Вот я ни одного языка не знаю. На всех языках пою, ни одного не знаю. Но знаю зато все ругательные слова на всех языках. Ну, можешь не делиться со мной но этим опытом. Я, конечно, опытом. Рассказывать не буду. Тут не надо рассказывать. А мне, например, всегда интересно, как в разных культурах взаимоотношения мужчин и женщин выстраиваются. Вот есть ли разница в семье? Как муж к жене относится? Как они обязанности распределяют? Ну, для узбеков муж, он глава семьи везде. У нас, если там женщина может трахнуть ложкой или кулаком по столу и сказать, вот будет по-моему там, или ну, устроить да. ему концерт, и три дня не балакать, а потом скажет, еще две недели у меня будет болеть голова и будет высокое давление, и муж будет вот так вот бегать перед тобой на задних лапках. А там такого нету. Там мужчина сказал, то есть женщина должна подчиняться. Это, кстати, у армян, так у узбека, у таджика, у них очень серьезно. Он глава семьи, она должна его накормить, он должен взять первым ложку, потом вот остальные, там дети, жена, то есть только после него. Они сами даже не едят. Если муж где-то на работе, вся семья ждет мужа. Я слышала, что восточные женщины, в то же время, подчиняясь мужу, угождая ему, имеют очень много благ в жизни. Да, они делают очень хорошие подарки. Они, то есть, одаривают, тут у них такие традиции, дарить золото много жене, то есть, любые украшения. Если, ну, допустим, состоятельная семья, то он обязательно для жены сделает все. Я думаю, что в определенном смысле это очень хорошая традиция. И то, что мы узнаем это даже вот так в общении с друзьями, это замечательный опыт. Как порезать лук меленько? Ой, как ты, глянь, красиво порезала. Меленько, так же и лук порежу. Они даже, кстати, вот летом они ходят в теплых халатах. Вот что мне интересно. И дома, даже вот они жили в Москве, лето, жара, они в теплых халатах, вот таких толстючих. То есть они любят тепло. Еще они пьют горячий чай без конца. Вот бачите, ты меня кофе обычно угощала, пока еще не угостила. Они угощают сразу чаем. Так, мы теперь добавляем туда фарш. Теперь... Так, что-то еще добавить? Надо нарезать базилик и кинзу. Так, зелень. Ой, уже пошли ароматы. Как? Я думаю, что мне эта начинка очень понравится. Некоторые даже рвут вот они вот такими большими кусочками. Вот. И перемешиваем. Так, у нас две начинки готовы. Отлично! Как быстро мы справляемся. Тесто готово, две начинки готовы. Осталось только сформировать. Я так понимаю, что для большого пельменя ты тут себе пространство освобождаешь, да? Да, я убрал досточку, давай вот это все лишнее. Давай отодвинем. Угу. Разворачиваем наше тесто. Что сейчас будет? Так, а сейчас будет фокус-покус. Сейчас будут такие пельмени, кого ты еще не бачила, Надь. Мы должны раскатать тесто сантиметров 50 шириной. Это полметра. Представьте, какое это тесто. Полуметровый вареник. Да. Делаем форму обычного пельменя, только огромного. О. Не представляю, как это можно сварить потом. А нам не нужно ничего, воду разогревать. Не, нам нужно включить пароварку. У нас стоит пароварка, мы с тобой будем делать и розочки, и вот этот пельмень, ханум, будем делать сразу вдвоем. То есть снизу положим ханум, потому что тут пар ближе, а сверху кладем розочки. Отлично! Да, чем тоньше вот мы раскатаем, тем вкуснее и нежнее получится сам ханум. То есть тесто не должно быть толстое, оно потом еще увеличится раза в два, вот этот пельмень. Мы этот весь фарш
Чмяк вот сюда. Вот так вот прижимаем руками, обрезаем вот это вот лишнее. Да. И теперь мы его заворачиваем, как обычный пельмень. То есть берем вот так и обнимаем. Угу. Получается вот такой один здоровенный пельмень. Так, и мы помещаем вот этот пельмень прямо в пароварку. Он увеличится. То есть вот это мы положили его маленьким, он будет почти в два раза больше. Паром все его пропитать. То есть оно приготовится, и не надо людям бояться, что вдруг там подумают, что как оно пропечется. На пару очень быстро. Тем более, что у нас крупно порезан лук, и он дает возможность не сбиться в комок фаршу. То есть там есть такие поры. Если вдруг у кого-то нет пароварки, то можно обычно, как дома, там в сито, или там кастрюльку в кастрюль накрыть крышкой, и снизу водичка кипит. И теперь нам надо его немножко смазать. Мы берем растительное масло и чуть-чуть вот так. Вот благодаря маслу оно не будет таким, знаешь, твердым и ломким, вот как лаваш. Оно будет именно тесто, как у пельменя. Да. И мы помещаем это в пароварку, и, в принципе, ее можно включить. Накрываем. А сюда мы сейчас с тобой быстро приготовим розочки с вот этой начинкой. Я беру вторую половину теста. Надеюсь, и я в этом поучаствую. Да, да, я тебе дам вот так половинку. Мы делаем вот такой жгутик. Да, можно прям в ручки взять вот так вот и такую колбаску сделать. Здесь работа более тонкая, да? Да. Теперь можно вот так ручками взять, раскатать. И смотри, мы вот так берем и делаем такую полосочку. И немножко ее так растягиваем в ширину. Вот, потом еще раскатываем. Из этого количества теста получается примерно вот таких 5-6 розочек. А мы сделаем две. Нам же и большой пельмень ханум пробовать, и маленький гюль ханум. Так, и мы теперь выкладываем туда начинку. Так. И прям так, чтобы не доставало краев, чтобы потом мы могли края слепить. Здесь можно делать тонким слоем. Да. На один край или посередине? Посерединке, прямо так вот, ну, чтобы получается, как вареник начинку мы накладываем, так и сюда. Таким расчетом, чтобы можно было это все залепить потом, да? Да, да. А от краев чуть-чуть по бокам чуть-чуть отступать? Чуть-чуть, там по 1,5-2 сантиметра. Есть такое дело. Начинка, конечно, просто прелесть. И мы вот так накрываем и лепим края. Так, чтобы начинка никуда не выскочила, да, да, в процессе приготовления. И немножко, смотри, мы слепили, и можно сделать вот такой, как будто прижать его. Угу. Получается такая лепешечка длинная. Полоска тоже, только уже с начинкой внутри. Вот у нас по две розочки у каждого будет. Так, и теперь мы берем и заворачиваем. Как? Ах, вот, рулетики такие, да? Да, и вот так заворачиваем, и получается как будто бы цветочек. Точно. А когда оно приготовится, будет вообще красота. Немножко снизу можно прижать, вот здесь, где у нас основание вот этого бутона. И чуть-чуть вот эти листики раскрыть, угу, как будто бы это розочка. Вообще получается с серединочкой. Ой, какая красота! Вот получились такие 4 розочки у нас с тобой. Слушай, как интересно, мне сразу это напомнило манты. Да, похоже, что-то есть общее. Ну, вкус будет отличный, потому что тыква, мясо, специи. Готовим мы тоже на пару. Теперь мы помещаем наши розочки в такую чашу пароварки. Угу. И будем готовить вместе с большим этим пельменем, с ханумом. И мы смазываем их тоже растительным маслом. Угу. Быстро управились. И закрываем пароварку и включаем на 60 минут. У нас остались еще неиспользованные ингредиенты. Помидоры, я вижу, острый перец, чеснок, лук. Узбеки очень любят острое. И мы с тобой приготовим сейчас острый томатный соус. Давай ты пока порядок на столе наведешь, а я тем временем кофе приготовлю. Выпьем по чашечке. Угощайся, спасибо, пожалуйста. Nescafé Classic. Заряд бодрости и энергии на целый день. За чашечкой кофе давай-ка узнаем, из чего будет состоять наш соус. Наш соус состоит из томатов. Это 3 помидора очищенных, свежих, ложка чайная сахара, 1 луковица и острый чили перец. Остроту можно регулировать. Кто любит острое больше, кто нет, чуть-чуть поменьше. Я люблю острое, будем готовить острый сегодня. Ну что ж, известно, из чего будем готовить, можем приступать. Это консервированные томаты в собственном соку. Угу. Мы их выливаем в сотейник. Соус мы тоже быстро приготовим. Быстрее еще, чем розочки. Вперед! Я возьму луковицу на 4 части. Как здорово, что у нас есть блендер. Острые ножи из нержавеющей стали моментально справятся с работой. Мы просто загружаем ингредиенты. И все. Перчину вот такую половину. Чмяк. Давай, давай, острый будем готовить. И тогда 2 зубчика чеснока. Отлично. Туда. Я думал один, но раз ты любишь острый, поперчим помидоры. Отлично. Посолим. И чайная ложка сахара. Это все в томаты. Угу. В помидорную основу нашего соуса. А чеснок, перец и лук мы измельчаем. Все, готово. И мы добавляем перемолотый лук, чеснок и перец в томаты.
Это будет очень вкусно. И варим на слабом огне примерно 15 минут. Периодически нужно помешивать. Итак, 15 минут будет увариваться наш томатный соус. Еще минут 45 будут готовиться пельмени. И потом мы увидим, что же у нас сегодня получится. Вот все и готово. Посмотри, какие красивые розочки стали. Я взял свою любимую ложку, и вот так вот мы с тобой достаем. Удобно, да. А сейчас самое интересное. Гигантский пельмень. И теперь смотри, какое чудо. Смотри, какой огромный получился пельмень. Да. Он увеличился где-то в полтора раза. Угу. Мы его аккуратно достанем и очень скоро попробуем два вида узбекских пельменей. А я прямо сейчас напомню, как мы их готовили. Для теста возьмите яйцо, соль, воду, муку. Начинку для большого пельменя готовят из свинины, говядины, репчатого лука, базилика, кумина, соли и перца. Начинку для розочек из куриной грудки, тыквы, кинзы. Для соуса понадобятся консервированные томаты в собственном соку, острый перец, чеснок, сахар и соль по вкусу. Замесите тесто из яйца, воды, соли и муки. Разделите на две части. Обмотайте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 20 минут. Тем временем нарежьте лук кубиками, добавьте в готовый фарш. Тщательно перемешайте. Добавьте базилик, кумин, перец и соль. Тесто раскатайте в тонкую лепешку, выложите всю начинку и сформируйте большой пельмень. Смажьте растительным маслом и поместите в пароварку. Готовьте в течение часа на пару при средней температуре нагрева. Для того, чтобы приготовить розочки, измельчите репчатый лук. Куриную грудку и тыкву нарежьте мелкими кубиками. Кинзу измельчите, посолите, поперчите. Тонко раскатайте тесто, выложите начинку. Слепите длинный вареник и сверните его бутончиком. Расправьте листики у цветочка и варите на пару 30-35 минут. Мелко нарежьте лук, чеснок мелко порубите. В сотейнике разогрейте немного растительного масла, положите лук, посолите и обжарьте 3-5 минут до мягкости. Добавьте рубленый чеснок, консервированные томаты, черный перец, сахар, соль. Соус варите на слабом огне 15 минут, периодически помешивая. Но удивил Самвел. Конечно, когда я надеялась получить пельмени, которые легко готовить, я и не думала, что результат может быть настолько великолепным. Начинки много, тесто тоненькое и все очень сочное, благодаря тому, что мы готовили на пару. Мне очень нравится. А кинза какой аромат дает, вообще замечательно. Кстати, пользуясь случаем, вдруг эта женщина, я ее помню, ее зовут Сабрина. Так что Сабрине огромный привет за такое блюдо. Но мы еще сейчас попробуем с тобой пельмень. Обязательно. Сабрины. Так. Ханум. Ханум, да, ханум. Mm-hmm. Смотри, я разрезаю его да. так. О, как же много тут начинки. Это на всю семью запросто, на ужин, на такой пельмень делаешь и все. Слушай, просто прелесть. Сочная. А как интересно, что лук такими заметными кусочками. Да, да, огромный. Сразу два прекрасных вида пельменей на вашем столе. Здорово. Спасибо. Привет, YouTube. Если тебе понравилось это видео, то делись им со своими друзьями, оставляй комментарий и подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым.